Эта история произошла в одном из городских кварталов. Между двумя братьями разгорелась война. Кен и его армия крыс захватили все свалки квартала. Эйб организовал фронт освобождения свалок и вышел на тропу войны. Продюсер Ким Хайт. Это Коко, Найджел и Мэтман. А это Ноунек и Зидзи. Это была война не на жизнь, а на смерть. Хвостатые вояки. Черный монолит.